Люди-свиньи. Люди-свиньи. Да. Как много мусора вообще? Вот вы приехали сейчас убирать? Очень много. Вот в той части, где мы сейчас убираем, очень много мусора здесь. Ну, а как бы вы назвали тех людей, которые здесь отдыхают, оставляют мусор? Ну, мне кажется, что это не люди, наверное. Это даже, скорее всего, ну, звери, потому что, ну, лежат пакеты, вроде человек собрал, ну, забери, увези с собой. Почему-то оставляют этот мусор. И этот мусор, там, соответственно, стекла побиты потом и так далее. И это все собираешь руками, ну, не знаю, вывези сразу. Контейнерные ящики, вон везде они стоят по городу, выкини. Понятно. А тут мы теперь, приходится нам героические усилия, ну, получается, осуществлять, чтобы нам убрать эту территорию. Понятно, спасибо. Как бы ты назвал тех людей, которые вот здесь, отдыхая, оставляют вот такой мусор? Ну, у меня мягких слов просто нет. Мягких слов нету, понятно. Зурные. Безответственные люди. Сами здесь живут, наслаждаются природой. Вид, посмотрите, какой прекрасный. И, ну, как можно оставить после себя в непотребном состоянии? Ну, а я так понимаю, а у вас только есть нецензурное выражение, да? Да. Можно неприлично? Говнюки. Понятно. Это как я называю, нехорошо так говорить про людей, которые сами под себя ходят, да, больные люди. Вот, наверное, они больные. Фосфорит проводит такую акцию в рамках своего проекта «День добрых дел с фосфоритом». Сейчас уже подошел конец уборки. Скажите, вот как вы видите, насколько много мусора? Как люди вообще относятся к своей природе? Ну, насколько я знаю, у нас тут около 200 получилось мешков больших. 40-литровых, 120-литровых с мусором. И они полные, и на самом деле нам не хватило. То есть можно было бы еще мешков насобирать очень много. Вот. Тем более у людей инициатива есть. Они даже расстраиваются, то, что уже некуда собирать. Понятно. Ну а скажите тем людям, может быть, что-то у вас есть сказать, которые приезжают сюда, отдыхают в таком красивом месте и оставляют мусор? Да, было бы здорово, если бы все мы после отдыха увозили с собой мусор, потому что, ну, в рамках там одного человека увезти пакет мусора — это несложно и немного, быстро и легко, а вот собирать по 120, по 200 мешков — это не то чтобы сложно, но это, наверное, не совсем правильно. Понятно. Хорошо, спасибо вам. Спасибо. Еда. Вот еда. Это не еда.
городе очень много грязных мест, невероятно много. И когда вот даже с детьми идешь гулять, ну не хочется, чтобы дети видели вот эту вот всю человеческую. Администрация шествует над парком Романовка. Мы уже 10 лет выгребаем оттуда все. 10 лет назад туда войти невозможно было. Вот у нас тоже, наверное, через неделю, заросло внизу, возле моста. Тоже пойдем работать. Мы это сделали! Чистый город!